Всем привет, ребят. Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем проходить оборотня. Значит, прошли мы уровень дамба. И теперь у нас задание. Так, опять в лес Вашингтона вернуться. Вот второстепенное задание. Может быть, духов найдем. Передайте Ави данные Фокс. Калху удалось остановить работу дамбы. Брильная станция осталась беззащитной. И вновь воссоединившаяся стая появился шанс нанести удар по главному предприятию Андрона. Андрюхи. Кстати, надо ведь смотреть тут тоже. Мало ли, духи где-то. Они, наверное, все в лесу все-таки. Побежали. Так, Ротко напали вот здесь. Ну-ка. Есть что-нибудь? Духи там какие-нибудь? Чего нету? О, ребята. Кто-то есть. Давайте подойдем. Люди пьют кровь земли, тем делают сильнее вирма. Здесь что? А вот. Так, наверное. Так. Ладно. Надо эту девочку нам найти. Ой. Кстати. Чем взял я арбалетные болты? Так можно вообще полностью подготовиться таким образом. Так, тебя мне пока делать нечего. Hi. Женщина, хай. Давай, хай. Make haste. Спеши, духи умирают. А че вот мне с вами разговариваю? Мне за вас даже ничего не дают. Так. Правильно я вообще пришел? Так. Записки я тут уже все читал, по-моему. Давай поговорим. Here's Vox data. Hell yeah. Так, вот данные Vox. Отличная работа. Теперь мы сможем выяснить, что Андрон планирует сделать биотопливо. Будем дамбу. Если они будут... Здесь там будет что-то полезное. Но мы сможем нанести Андрону сокрушительный удар. К тому же там наверняка есть что-то о их деятельности. Не будем надеяться. Так. В смысле? Это повторяется. Ситуация на дамбе. План сработал безупречно. Они думают, что отпугнули тебя, но ты успел. Так, рано или поздно они догадаются, нужно действовать быстро. Так, взгляни к Гидане, если время есть, она будет рада. Организуйте атаку с Ротко. Ну, пошли организовывать, что ли? Тебя получилось продумать дальнейший план. Нужно действовать, пока они не поняли, что случилось на дамбе. Да, я понимаю. Все готово. Сходи за Авой и Эдой. Сегодня мы идем в атаку. Все ништяк. Мы идем на войну. План простой. Зашли и вышли. Ходят небольшим отрядом, захватываем данные об эксперименте дрона. Дальше СМИ все делают за нас. Ава? Версия в Северную с этими данными невозможно открыть снаружи.
Мы пытались. Алах, тебе нужно будет подключить меня к терминалу с диспетчерской, чтобы я могла открыть дорогу Эдане. Но есть проблема. За комнатой постоянно следят. Даже если я в нее войду, меня моментально... Короче, поймают. Blowing up the refinery should do it. I'll handle that. That would put the site out of action and get their whole security team's attention. Two birds with one stone. But that still won't buy you too much time, AD. You'll have to be quick. 3 minutes is all I need. And then our problems are solved. В общем, 3 минуты и надо, чтобы все взломать. И ни секунды больше, запомни. Cahal, we'll meet in the area that links their outpost to the fracking site. Okay, we'll draw less attention that way. But if the outpost raises an alarm... Declan and I will jam their communications, just in case. Adana, you go about your normal workday until you get the signal. Everyone else, we attack this evening. I wish you all the best of luck. Так, все обсудили, все ништяк. Это вот читали мы, не читали. С биотопливом ничего не... А, ну это да, это уже читали. Declan, are you ready for this evening? Hey, Cahal. Здравствуй, Cahal. I spent a fair bit of time watching Endran's sights. Торчу который день, проблем быть не должно. Все ништяк. Что ему известно насчет этой точки? The fracking site is built in the shape of a cross. The labs where Adana works are to the north, and the refinery to the south. The flare stacks lie to the east and west, and in the middle is the central control room. The central control room. That's where I install Ava's relay. Центр управления. You shouldn't run into too many problems on your way there. Though they recently received some new kit from Nevada. Large caliber defense turrets. And I'm sure they're loaded up with... Ай, блин, надо, короче, апгрейдить на серебряные пули срочно. Чтоб меня не коцали. Good luck, this is right back at. Ладно, давай, пока. Еще тут кто-то у нас. With this I set you free. Return to you. Я освобожу тебя, иди к Ифану. Спасибо тебе, благородный Фиана. Да че вот я их освобождаю, у меня их не засчитывают. Почему так? Ну-ка, Миша, я что-то там есть, да? Bear Spirit, wake up. Дух медведя, проснись и услышь зов Ифана. Я долго спал, не услышал поступи Вирма, но теперь Ифан может на меня рассчитывать. А, блин, это только от того-то я так и не дособрал, да, получается? Ну, блин. Тоже какой-то лес непонятный, блин. Выше, ниже, левее, правее, блин. О, пенек. Конечно, очень много я пропустил, получается. При первом прохождении этого оружейного склада я просто не понял, что надо эти таким образом собирать. Включать зрение, подходить, я думал, ну, в образе волка, травку покушать что-нибудь. Так, игра сохранена. Ну все, мы начинаем, значит, уже внедряться. Давайте тихонечко будем искать пути подхода. Народу-то там. А тут еще электрозабор, помнится, они говорили.
болты арбалетные. Этот меня как-то спалил. Тут еще и камеры. Так, камеру можно отключить. Так, они что, разошлись все? Так, все палят хорошо. Ой, что-то эти сюда идут. Ой, блин, сейчас опять меня, походу, спалят. Нет уж. Так не заметил меня, главное. Так, на, лови. Давайте посмотрим, что у нас выше есть. Там наверняка комната управления, и можно дверь-то и открыть будет. А, вот. Я смогу, значит, здесь прямо... нужной точке мне выйти и вот здесь пробраться. Здесь, правда, этот ходит. Дяденька нехороший. Так, ну, болты-то мы заберем. Ну, сюда, потому что вряд ли уже вернемся. Так, игра сохранена, все ништяк. Напоминает кого-то чужого тоже, по этой вентиляции там все ползать надо было. Сейчас многие играют, ребята. Glad to hear. Thanks, Doc. What? No, holy shit! You're not supposed to be here! Да блин, ну ребята, какого хера? Так уж обязательно тебе надо было меня замечать, блин. Зараза, блин. Всю ярость на вас потратил. Ложки, блин. Требовалось-то всего ли ничего, блин. Просто меня в эту дверь пустить. Нет, надо было меня заметить. Вот уроды. Nevada HQ sent us men and weaponry to make up for the losses at the training center. Yeah. Major Grainer made the request in person. She's not the sort of person you say no to. Ой-ой. Ой-ой. Да блин, ну твою мать!
Ладно, уже как бы это. Будем стараться, но как получится, так получится. Меня заколебал тут стелс, блин. Кто-нибудь дозаметен. Как-нибудь бы развивал хоть этот стелс там. Ну там, не знаю. Такие методы устранения там побаще. Можем идти? Долго я этого ждал. Вова, ты меня слышишь? Я с Ротко. Мы заходим на бурильную станцию. Вот только начинается, значит, миссия. Это только был порог этой станции. Проходная. Бурильная станция Эндрона. Калох и Ротко и Дана готовятся напасть на бурильную станцию, следуя ценным указаниям Авы. Тая пытается не только остановить Андрон, но и добыть информацию об их загадочном новом биотопливе, пользуясь высоким положением Эданы в компании. Now it's our turn. I'm headed for the refinery. We'll meet up when it's over. Так, очиститель. Найди очиститель. Удачи, брат. Все ништяк. И тебе, Ротко. I'll show them hell. Я им всем покажу. Я в лаборатории. Они ничего не подозревают. Ну а так в этом халате на эту похоже, которую я допрашивал в прошлой миссии доктора Фолза. В общем, будь осторожен, все ништяк в двух словах, блин. Мы начинаем, там, тыры-пыры. Так, вон, цветочек, кстати. Так, у нас... Сколько у нас... А, только одно очко еще доступно. Ладно, будем копить, значит. Я как бы не к спеху. Не к спеху. Ты уже рядом с центром управления, нужно только пересечь двор. Ладно, чё, пересечем, значит. Напоминание для персонала 777, кроме... А, ну это опять этот... Супер-пупер офицер приезжает. Мы везде одни и те же записки наклеили, хоть бы что-нибудь новое придумали. Еще и пулемет сверху. Step out of line just once, and we'll send you right back. Endrin's labs are always looking for you. I see the terminal. Connect me. Так, подключи, говорит, меня, я вижу терминал. Thank you.
Ну вообще. Ой, откуда? Да идите-ка нафиг. Два щита носа, что ли? Да ты чё, блин, вот другой урод, блин. Худо-бедно справляемся. Как они поняли, что тут нарушитель-то? У нас сети, я... У нас проблемы. Ну, было бы забавно, если бы все получилось сразу. В общем, что-то мы там перегрузим, и все будет ништяк. Так, значит, вот это нам надо. И вот это. Ладно, пойдем направо. Потому что к тому же это еще и без вариантов, судя по всему. Ой. Да, блин, камера, блин. Да, блин, вы достали. Да ядрём батон, сразу таких прописонов не дали. Тут. А он еще дрон, что ли? Да блин, ну капец вы. Да и да убьете вообще, блин. Кто там гранаты так кидает? Ну-ка, иди сюда. Дядя. Ладно, главное успевать хиляться. Так-то они капец, конечно, нападают. Но... Вообще шансов не оставляют. Так что, ребята, тяжелый уровень сложности, это нахер, это для извращенцев. Ну, я, конечно, так глупо попался, блин. Я вообще камеру не заметил. Так, а что, везде все заперто?
где-то что-то ведь должно быть. Надо было это всего лишь вот тут зайти. Вот что сделать, блин. А я что-то как-то уже невнимательно бегу. Ай, ладно. Так. Нам надо туда. В принципе, это получается-то где-то здесь. Что-то нам открыть. Так. А это куда ведет? А, нет, это даже не открывается. Ладно, тогда сюда это. Тебе идут три отряда, разберусь. А, не ко мне идут, ну ладно. Тогда могли бы и не засорять эфир. Леонец. I'm at the first flare stack. Don't just stand there, hook me up. The longer you take, the dangerous this mission gets. Что-то тут серьезно все. Ну, началось. Да, блин. Когда ты наваливаешь? Надо что-то какой-то массовый скилл, чтобы мочить их, блин. Опять робот, что ли? Ну, в твою маму. Покушайте экзо, блин. А, во, ярость есть. Ну все, ребята, капец вам. Ладно, не хотите по-хорошему, будем играть как в слэшер. Так, что-то тут у нас заперто все, да? Через верх где-нибудь как-нибудь можно тут пробежать, проскользнуть. Ну как бы, даже не знаю. Это ведь на... А, вот нет, я здесь точно пройти надо. Я пришел-то не из этой комнаты. И сейчас мы тихонечко все откроем.
Игра сохранена, ну все отлично. Ava, I've connected you to the first place. Я подключился к первой стойке. Все. Так, дали нам уровень наконец-то. А, вот, кстати, вот это возьмем. То лечиться-то мне часто приходится. Сбрасывать врагов назад, а потом еще устойчивость серебру на 4 очка. Это много. Прокачаться-то мне полностью точно не хватит, учитывая, сколько я пропустил. Так, в целом. Так, сейчас. Задним ходом идем. А, тут где-то лифт же у нас был. Он, наверное, меня теоретически-то выведет куда надо. А, стоп, это же я тут был. Я и зря ушел. Ладно, подрежем тут. Оказывается, здесь еще одна дверь была. Что я ее совсем не заметил изначально. Глянчик. Такой чел, конечно, побухивает, ходит. Лица. Поминание всем. А, ну, опять повтор. Твою мать, они заметили попытку взлома, пытаются меня отследить. Заблокирую их, пытаюсь. Скорее, генератор помех долго не продержится. Ладно, давай. Че? Кстати, тут тоже, наверное, что-то есть. Как вот second flare stack. Be careful. Я у второй стойки. Упоминание для персонала. Обратите внимание на новые директивы отдела 2. Оборудование и продукты, полученные от них, предназначены для повышенной производительности нашей площадки. Укрепите модули на фактических стойках как можно скорее. Новый состав 2G-8 необходимо использовать вместо состава, который в настоящий момент впрыскивается в землю в процессе бурения. К настоящему приложены технические и химические документы отдела 2. Любые вопросы адресуйте менеджеру сектора. Менеджеры, вся фигня. О, давай-ка мы тут все поотключаем. Вообще хорошо теперь. Так, здесь что у нас? Стрелы. Ну, стрелы это хорошо. Чем бы побольше бы оружие как-то, я не знаю. Ну, раз стелс, так что тут? Один арбалет, все по стандарту. Ой, кто-то меня заметил, что ли? Короче, все, видите, в жопу, вот, невозможно у вас, нет, откуда вот взяли, поставили какого-то инженеришку, блин? О,
давай, сейчас вот. Хоть бы своими пулями косало, что ли, блин. Я чё, ещё и подлечиться не успел, что ли? Блин, вы... дяди, блин. Короче, мясо, как обычно. Ну, харде, наверное, да, только по стелсу. Потому что, блин, бои-то такие. Но это не самый, конечно, жесткий бой. У меня тут этот и это накопилось быстро. Ярость. Что я бутылочку пил. А, кстати. Так мне уходить придется. Потом в дальнейшем. Так, сперва прочитаем. Так, а, ну опять все то же самое. Можно даже не читать, наверное. Все непонятно зачем. Все, отключили вторую, все ништяк. О, еще сразу. Так, ну все, ништяк, чё? Так, поймали у нас девчонку. Rodko. Already on my way. I'm almost there. Find my daughter. Иди, говорит, мою дочку. Её тут заловили, походу. Ой, как вас много-то. Да блин, твари. Вашу мать. Да блин, доставали тут громил, блин. Блин, как вы бесите. Эти серебряные пули на против них прокачаться, хотя честно говоря, ну может потом какой-то босс будет с серебром, вот это вот я побаиваюсь, поэтому я лучше, наверное, возьму этот апгрейд. Так-то эти обычные мобы особо не напрягают. Так, обратите внимание на новые директивы. А, ну это тоже было уже. А,
здесь можно было все подключать, значит. Так, вертолет летит. Все ништяк. Вертолет летит, ракеты. О, блядь. Вы там ничего не перепутали, такое начало бодрое. Блин, да, конечно, сильная форма-то. Вообще, как бы, это все пробивает, как бы клево. Но удар так долго готовится, он двигается медленнее. Так, держись, Турган, я иду. Сейчас я подойду. О. Держись до моего прихода. Блянчики, я думаю, выпить стоит. Куда нам еще их девать-то? Так, мне надо куда? Туда. Ладно, вот что-то оборотни-то повеселились хорошо, мне. Перевернуто. He slaughtered them all. Damn it. I have eyes on Adana. They've taken an elevator to the roof. She's still unconscious. And Rotko. Так, короче. Да, она на крыше. I think he's given into his rage, Cahal. No, not you, Rotko. Please, Cahal, you have to... Бомбануло нашего вожака, он поддался ярости, как в первой серии, там вот главный герой тоже ярости поддался и друга своего убил. Перешел на темную сторону силы. Так, здесь проверим, что есть. Я так и думал, что здесь опыт будет. А опыт нам нужен. Так, что тут еще есть? Так, хотите действия против логова в Терекс Милл? Наша служба контрразведки обнаружила присутствие агента под прикрытием. Раскрытие агента – главная задача. Любые действия против базы могут привести к отзыву агента. Правовые группы отстранить от дела на неопределенный срок. Майор Гернер отправится в Неваду и вести с собой лучших бойцов. Здесь тоже есть стая, с которой нужно разобраться. В общем, специально они знали, не нападали, чтобы эту вычислить. Вот ее поймали, поэтому быстро так, дочку-то у него. Ладно, какой-никакой сюжет, какая-никакая интрига. Так, игра сохранена, отлично. О, сейчас с этим, со своим этим друганом, вожаком стаи воевать, видимо, придется. Нафига он народу-то наубивал. Он еще регенится, что ли?
вот вообще мощно заходит. Да блин, ну что ты не отпрыгиваешь? Ой, так тебя вообще можно просто закликивать, по-моему. О, а еще насквозь его проткнул. Ну все, теперь я новый вожак, судя по всему. Ну это, видимо, бой вообще для галочки был. Нифига сложно. I could not resist my rage. I know, my friend. No one could blame you. She's all that's left of my sister. Find her. Protect her. Он говорит, не осталось, кроме моей сестры. Защити ее. Людмила. Людмила, блин. Людмила Шумерова, по-моему. Жена у него была, у главного героя. Блин, что-то у чувака совсем крыша съехала. Старость не радость, да, на самом деле. I had no choice. He was overtaken by rage. He would have killed me. Короче, у меня было выбора. They've taken my daughter. Where is she? Я, говорит, моя дочь. Они забрали ее на крышу. Короче, сейчас ее в тюрягу посадят. И мы пойдем в тюрьму. Там по какой-то записке к тюрягу описывали. Лифт в офисе прямо у тебя над головой. Туда можно подняться. Так, доберитесь до вертолетной площадки. Ага. Так, сейчас быстренько мы подойдем. Так, 3, а мне надо 4. Дана! Фак! Дана, фак! Нет, блин! Увезли дочь, ну и еще дольше собирался. I know you. Кто ты? I am Richard Watkins. Richard, президент Андрон. Я давно за тобой слежу. Ты знал? Of course. Конечно, мы знали про ваш очаровательный план. We knew everything. Мы все знали. I've been trying to identify. Я долго не мог понять, кто же шпион. Ты даже себя не представляешь, как сильно ты нам сможешь помочь. С радостью обменяю пару-тройку объектов на возможность. Короче, очень хотел. О, сейчас он опыты будет ставить там, градусники в жопу и сувать там. Уколы ставь. Что это такое? Сладких снов. That helicopter. Find out where it's going. I managed to intercept one of their calls. They were talking about a package they were delivering to Maria State Prison in Nevada. They also talked about some treatment. They'd want to do something to her. Find out all you can about this prison and get things ready for our departure. As soon as I'm back, we're leaving for Nevada. But what about Rocco? Are we just gonna leave him? There's nothing we can do for him now, Ava. I'm sorry. But 80's our priority. Rotko would have said the same thing. Да чё, сдох этот вожак-то чё? Rotko's scent is still fresh here. Thank you.
знаю, тут что тут? Ничего даже нету, как-то странно. Что они с ней сделают? Я говорю, градусники в попу сувать будут. Опыты там. Поликлинику. Поликлинику сдадут. И будут практиканты на ней тренироваться. Так это, в общем-то, сейчас и происходит. Лес, штата Вашингтон. Ну, в общем, вот такая серия у нас, ребят, получилась. Чуть поменьше, чем прошлое. На этом серию мы закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Большая просьба поддержать канал подпиской, лайком, колокольчиком. В общем, любому виду подписки и поддержки, любому виду поддержки, я хотел сказать, буду благодарен. Пишите комментарии, их я читаю. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И до следующего видео, до следующей серии. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобой бум-бум.